Дорогие братья и сестры, Христос воскресе! Мы прославляем самый значимый день в истории человечества – воскресение Христова. Он так же важен, как и сотворение самого мира. Когда-то, в начале истории, Бог сказал: «Да будет свет!» А теперь Сын Божий возвращает потемневшему от греха миру свет жизни, свет радости, любви, надежды, красоты и благородства. По-новому мы смотрим и на своих ближних, потому что у тех, кто прочувствовал, как Бог любит мир, не может остаться злоба в сердце. Ведь Спаситель мира пожертвовал собой, претерпел столько мучений, чтобы мы научились уважать друг друга, дарить тепло сердца, радость и в конечном итоге возлюбить ближнего, как самого себя. В эти святые дни мы чувствуем, что не одиноки. Бог нам протягивает руку помощи. Он не хочет, чтобы мы пребывали во тьме греха. Он одарил нас умом, нравственным чувством, характером, целеустремленностью. Значит, есть надежда на лучшее, на обновление, на новый этап в жизни. Нужно перевернуть старую страницу и начать с чистого листа. Я желаю вам пасхальной радости, чувства свежести жизни. Будем великодушными, чуткими и внимательными друг к другу. Пусть Господь поможет нам на пути спасения и наполнит каждого своим божественным светом. Воистину воскресе Христос! С праздником поздравляю всех вас!